First, I'd like to say that. В первую очередь я бы хотел сказать, что для латвийского правительства крайне важно работать над тем, чтобы улучшать отношения с нашим очень хорошим другом Белоруссией и делать отношения более прочными. Мы считаем, что существует очень большой потенциал для того, чтобы эти отношения сделать еще лучше, как на политическом, так и на экономическом уровне. И говоря об экономических отношениях, то, конечно же, транспорт и логистика – это самый логичный путь, где, в котором у нас уже присутствуют отношения. И мы видим также очень много пространства для различных развитий, например, в том, что касается той же транспортировки нефтепродуктов. С одной стороны, ее можно транспортировать из Беларуси через Латвию, русские порты, весь остальной мир, но также можно обсуждать и другую возможность импорта нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Здесь мы обсуждаем уже такие возможности, но, конечно же, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть, конечно же, взаимовыгодным. Что касается правительства, то оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь такой вопрос практический, нужно общаться с терминалами, нужно общаться с железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки. Но что касается позиции Латвии, то здесь мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях, потому что в таком случае возможно планировать свой бизнес, и это позволяет понижать цены. А это, в свою очередь, хорошо для всех вовлеченных сторон.